Готовим сегодня картофельное пюре. Набираем слово картофель. Так, мы приготовили ингредиенты. Именно сейчас вот можно здесь посмотреть, что нам нужно. Нам необходимо килограмм картофеля. Здесь даже указано, какой картофель необходимо купить. Это специально разваривающийся. В Германии он разный продается, да. И его нужно на шайбу по 5 миллиметров, ну, то есть порезать кусочками. Так, 1 чайная ложка соли, 400 грамм молока, 30 грамм масла сливочного, ну, и 2-2 щепотки муската. Мы этого добавлять не будем. Теперь смотрите, здесь даже можно посмотреть, сколько килокалорий, сколько белка, жиров в этом, да, блюде. То есть, если вы сидите на диете, то можно вот это все посмотреть. Здесь вы можете уменьшить порции. Например, вам надо не на 4, а всего лишь на 2. То есть, включаете, и он вам пересчитывает полностью все блюдо. Но мы берем 4, поэтому мы ничего не трогаем. Нажимаем «Начать приготовление». И вот такое. Сначала мы ставим... Она называется бабочка. Все, вставили бабочку. Значит, нажимаем далее. Теперь мы добавляем килограмм картофеля. И вот здесь мы видим уже, как у нас на весах добавляется вес, да? Ну вот уже немножко больше килограмма, ничего страшного. Нажимаем далее. Теперь 1 чайную ложку соли. Вот у нас 1 чайная ложка соли. Мы ее добавляем сюда. 400 грамм молока. Молоко я взяла 3,5%. Наливаем. И теперь нам необходимо вставить... Сначала мы вот эту крышку так поставили. Все, теперь он показывает нам прокрутить на ступень 1. Это все размалывается и подогревается, набирает температуру. Все. Одна секунда. Да, теперь готово. Нажмите на «Далее». Нажимаем. Добавляем 30 грамм масла. Вот такая специальная лопатка. Для того, чтобы не обжечься. Берете, поднимаете. У меня уже, конечно, оно подтаявшее. И вот теперь мы уже на тройку. Теперь нажимаем слово «Далее». Теперь мы удаляем. Удаляем бабочку. Приятного аппетита! Красиво сервируем. И вот такое пюре у нас готово. Будем пробовать! На чистом молоке, без воды. Вот что у нас получилось. Очень-очень вкусное. Но картошку, конечно, нужно было мне брать специальную. В Германии очень много видов, конечно. В следующий раз попробуем из нее. Отличная новость буквально со вчерашнего дня. До 27 октября продлили акцию, но только теперь вместе с овощерезкой вы еще получаете дополнительно вторую чашу. Также 0,99% рассрочка до 2 лет. Ну и как всегда подарочки от нас. Обязательно пишите в Instagram, TikTok, Telegram. Все ссылки в описании. Спасибо, что вы с нами. Всем всего доброго. Скоро Рождество, мечты должны сбываться. Готовим макароны. Конечно, что может быть проще, чем приготовить в термомиксе.
Наливаем 1200 грамм воды. Теперь мы устанавливаем крышку. Установили. Нажимаем далее. И теперь 10 минут 100 градусов на первой скорости. Скажете вы, можно приготовить это и на плите? Конечно, можно. И даже можно в мультиварке приготовить. Но если у вас дома есть Thermomix, зачем заморачиваться? 10 минут. И все готово. По вопросам приобретения пишите в личку. Теперь мы добавляем соль. 320 грамм макарон. И теперь необходимо выбрать то время, которое указано на пачке. То есть, если у вас 8 минут, выбираете 8 минут. Кстати, грела я намного меньше, чем 10. Термомикс, в принципе, воду греет очень быстро. Теперь мы на единицу. И ждем. Вам даже не нужен дуршлаг, потому что, как он и написал, перелить вот в этот варомобехельтер. И все. Представляете? То есть это и есть как ваш дуршлаг. Все, сейчас мы воду сольем и можно уже кушать. Нажимаем далее. Ну и вот что у нас получилось. Теперь можно сделать любую подливку. Особенно с грибным соусом, который уже есть на нашем канале. Обязательно посмотрите и приготовьте. Всем приятного аппетита! Спасибо за просмотр, за лайк и всем до новых встреч! Сейчас я вам покажу, как мыть, потому что были вопросы, что он не чисто моет. Куц, это, конечно, если у вас там буквально вы там макароны сварили, то это, конечно же, куц. Тайк, тесто, да, скажу честно, тесто промывает только если это жидкое. А так, самая лучшая функция это fat and caramel. Получается, он смывает жир и карамель. Здесь уже у вас идет режим 8 минут. И он, получается, нагревает воду. И 8 минут это все промывает. Точнее, даже, по-моему, сейчас 2-3 минуты будет нагрев. И сейчас вот я вам покажу, как это все происходит. Он, конечно, шумит, но это буквально, по-моему, 4 минуты. Сейчас я вам точно покажу все. Прошло буквально 3 минуты, и он начал его мыть. Красный означает это нагрев. На дне очень сильно была пригоревшая пища, поэтому сейчас мы посмотрим, действительно ли он за 8 минут там все отмоет. А так, конечно, он хорошо моется в посудомойке. Если у вас, например, позволяет время, вам не нужен Thermomix. У меня посудомойка моет полчаса, поэтому я ее спокойно ставлю и без проблем через полчаса я могу следующее блюдо готовить. Одну минуту он моет на скорости. Очень шумно, но это буквально 1-2 минуты. Все. Сейчас выливаем воду. Ну и посмотрим. И теперь мы все это выливаем. Все, сейчас я протру салфетками и посмотрим.